Привет! С тобой клуб «Кингисеппский волонтер». Мы хотим тебе сказать, что 7 апреля в городе Кингисеппе будет проводиться флешмоб. Если ты активный, позитивный или просто хочешь показать себя, то приходи и поучаствуй в нашем флешмобе за здоровый образ жизни. Самые свежие новости и расписание репетиций. Зови друзей и приходи сам. Ведь когда ты танцуешь, ты получаешь самые позитивные эмоции.